21-летняя Екатерина Боярская нарядилась в откровенное платье. Внучка главного мушкетера страны спровоцировала поклонников нескромными кадрами. Дерзкие снимки звездной блондинки стали набирать все большую популярность в сети. Девушка поделилась с поклонниками кадрами, она позировала в мини-платье своего любимого черного цвета. Короткий облегающий наряд на бретельках подчеркнул формы Екатерины. Молодая внучка Михаила Боярского собрала волосы в два кокетливых хвостика, а на шею надела массивное колье. Образ разбавили яркие кеды. В игривом виде девушка побывала на домашней вечеринке. «Хоум-парти», — подписала фотография Екатерина. Подписчики блондинки не поскупились на комплименты. «Красивая, похожа на папу, просто атас, секс-бомба, огонь малышка», — восхитились фолловеры. Ранее наследница кинодинастии впечатлила фанатов кадром в купальнике. Боярская блистала на балу дебютанток Татлер в элегантном бледно-голубом платье в пол с подчеркнутой талией и декольте. Михаил Боярский резко высказался о карьере дочери Елизаветы. Он заявил, что главным достижением актрисы считает создание семьи, а не ее роли в кино и театре.